Я снимаю нахуй! Здорово, ребята, новый день. Инстаграмчик Мазай Дейли. Я Юра Мазайка с вами. Сегодня двигаемся на Ибице, потому что она не заводится. Просто делает... И, короче, походу умер стартер. Значит, сейчас я ее толкаю, выдвигаюсь к Валерке в гараж. Хотя еще надо заехать по парочке дел. Значит, я просто не буду глушить тачку. Потом еду к Валерке и меняю стартер. Потому что 90%, что дело именно в нем. А вот это вот неприятно, когда тебе надо толкать тачку, а перед тобой стоят. Бесит. Все, тачка запущена. С горочки катнул, передачку воткнул. И запустились. Огонь. Запарковался на грине вот так вот в горочку. Ну, чтобы потом без проблем тронуться. Все, дела сделал на грине. Вот так вот с толкача спокойненько запустил машинку. Все окей. Теперь выдвигаемся к Валерке. У него должен быть стартер на мою тачку. И меняем стартер. Приехал, блин, как обычно. Ну, просто я ехал быстро, поэтому тачка прыгала немного и вскопнула где-то земли. Ничего страшного. Так, ну что, гольфик. Фу. Ну что, Ибица в гараже у Валерки. Мой друг мистер Швабра помог мне убрать большего грязь с бампера. Ну, как-то так. Сейчас, короче, займемся стартером, посмотрим, что вообще, в чем проблема в стартере. Может быть, нет массы, может быть, что-то еще не так, короче. Для начала откручиваем клемму. Чуть не уронил. Удар. А кто переживал, что улетела гаечка, я ее нашел и поставил обратно. Все окей. Просто двумя гайками нормально зажимать клемму, а одна прокручивается. Плясь, плясь, плясь. Смотрите, сколько висят. Аха-ха-ха-ха. Ага. Вот эти чипы. Ты ездил на машине 500 сил с колес? А ты не е... Короче, вернули на место окунчик. Вот сегодня утром все было плохо. Сейчас... Нормально. Вопрос-то да... Чё? Дело было не в бобине, мудачок сидел в кабине, блядь, нахуй. Клеммы не позажимал. Клеммы были зажаты. Да не зажаты, да зажаты. Нет, вот так. Если с твоим усилием, бля, зажаты, это значит не зажаты. Нормально было все. Базарю. Так, короче, хочется вот здесь вот все это сделать красиво. Вот это вот тоже мне что-то не очень нравится. О! Так, ребятки, мне фартануло. И провод, который на массу, сука, снимать неудобно, просто пипец. Вот, он как бы пошел. Не провод, а гайка. Все нормально. Сейчас здесь тоже профилактику замутим. И будем уверены, что мы зимой запустимся. Так, тут жучка зачистил. Тут все почистил. Оп. Оп. Тут торчащие за ленту убрали. Плясь. Опа. Фишечку починили тоже. Спасибо. Так, собрал все обратно. И сейчас, наверное, займемся старой проблемой. Скруткой на АБС, которую я делал еще весной. Потом она летом начала выпендриваться. Я до сих пор ее не переделал. А самый прикол по стартеру то, что я такой запасливый. Ну, чтоб точно подошел, взял, купил тут вон 4 стартера. Про запас. Так что, ребят, если вдруг кому-то надо, пишите. Стартер можно у нас взять. И, ребята, также, когда я покупал у Денчика тачку, пока она была в его владении, там была поломка коробки, но он ее отремонтировал. Ну, я тоже запасливый человек, на всякий случай решил, мало ли вдруг что, куплю-ка я парочку коробок шестиступок. Так что, если вдруг надо, там у нас шестиступочки лежат, пишите также в Инстаграм. Ну, а теперь займемся скруткой на АБС. Надо, понятно, две ступенечки, чтобы поднять машинку чуть выше, и тогда засунуть под нее домкрат. Готово. Короче, тут все ясно, в принципе, как я и ожидал. Скрутка пошла по езде. Сейчас тогда делаем вот эту хрень. Я тогда дурак, не знал, что эта фигня, ну, снимается. Вот так вот вытягивается. И я тут разрезал, что-то тихонько делал. Как же ее кучить, короче. Сейчас все будет проще. Так, чтобы у меня было больше доступа ко всему, я вот эти штуки поразрезал, поздирал. Теперь у нас здесь гораздо все проще. Сейчас тут тоже это отрежем. И у нас будут два провода. И все это соединим нормально.
Аккум, если что, отключен. Не переживайте. Так, короче, не снимал, как обычно. Да и нечего там снимать. В термоизоляцию засунул. И потом еще и сверху изоленточкой. Все. Надеюсь, будет ходить. Сейчас, кстати, проверю. Что у нас там по ошибкам? А, аккум же снят. Сорян, не проверю. Короче, ребята, запустил тачку. Ошибка не ушла. Ну ничего страшного. На сегодня все. Я тут дальше бессилен. Хватит. Здарёв! Новый день, новая серия. Как обычно, как вы это любите. Ладно, мы тут катаемся с Валеркой по разным мелким делам и нашли классную тачку. Ну, СОСТ прям бодрый. Ну, деланное его видно. Видишь? О, как деланное. Но все равно кайф. Реально кайфовое. Все не покажу. Заехали в гаражный кооператив Масюковщина. Как вам вообще? Болотце. Жестко. Чтобы вы понимали, пока вы едете по этому болоту, вы можете встретить вот такие вещи, вот такие вещи, вот такие вещи. И там еще повсюду ямы. Поэтому да, заездик здесь, конечно, стрёмный. И, короче, такая ситуация. Решил покататься сегодня на гольфе, потому что на вешке же номеров нема, нельзя кататься. Все, сел в гольфа, запустил его без проблем туда-сюда. Надо отогнать было Сиата, чтобы выпустить гольфа. И Сиат снова не заводится. Вчера Лена каталась нормально, заводилась тачка, все нормально, стартер крутил. Сегодня опять те же яйца. И вот сейчас я вам покажу, как оно запускалось на аккуме, который стоял изначально. Хуй пойми! Ха-ха, прикол. Потом я пытался прикурить от гольфа, проверяя, в аккуме дело или нет. Короче, поставил аккум с гольфа, который только что гольфа заводил без проблем, поработал 20 минут на холостых и газу поддавал. И потом я даже поставил в него аккум от гольфа. И вот так вот оно на гольфовском аккуме тоже не смогло запуститься. Сейчас этот же аккум переставил обратно в гольфика. Надеюсь, он не успел сесть. Ну, гольфик, ты запустишься с этого аккума? С полточка. Ну вот, что и следовало ожидать. Значит, все. Сядь и пора менять стартер. Короче, я на ходу. Запустили с толкача только что с соседом. Благо, он мимо проезжал. И загорелась у меня спиралечка. Как вы можете видеть, его у меня еще не было. Сейчас посмотрим, что это. Прочитался только что Вася, он мне написал: не установлен блок управления. Не установлен блок управления. Вы поняли, что это вообще за бред? Нажал сбросить, все нету. Это ж как она без блока управления вообще ехала? Нихуя себе, блядь. Интересно. А еще мне непонятно, что у меня горят ошибки по АБСу, а вот только что посмотрел через комп, их как бы и нету. Это как так-то? Короче, смотрите, двигаемся, 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 нажимаем прочитать коды неисправностей. Вот, читаем дальше коды. Неисправности не найдены, а тут горит. Эй, так нечестно. Короче, судя по видео, у нас прыгает там стрелка тахометра, когда пытается запуститься машина. Значит, где-то проблема с массой. Снимаем аккум, ищем, где что не так. Аккум снят, сейчас площадку. Так, тут почистил. Ты почистил тут, почистил тут, почистил там. Там. Подкинул аккум. Крутить стало лучше, но не схватывает. Непонятно. Короче, все почистили, клеммы зажали, подкинули проводочки от бесички. Вот. И крутит сейчас нормально, но не запускается. What the fuck? Короче, Валера напрямую тут все подключил. Говорит, не крутеж, а уета. Поэтому, говорит, меняем стартер. Все-таки. А, Сиат. Яма. Короче, с Пашкой с толкача на первый запустили Ибицу. Заехали в яму. Сейчас буду снимать стартер. Потому что болт находится вот тут. И в этих машинах стоковых все очень неудобно. А когда у вас не стоковая машина, ничего лишнего нету. И нормально можно стартер снимать даже без ямы. Как-то так. Это пиздец. Первый есть. Ну что, теперь второй. Фух. Вот такой пизделк у меня в руках. Как тварь, блядь. Так, этот нам не подходит, судя по всему, он другой.
Этот? О, какой чистюля. Этот нам подходит, судя по всему. Но он грязный. Этот чистый. И он тоже нам подходит, судя по всему. Значит, грязный мы убираем. И этот нам не подходит. Значит, остаемся вот на вот этом вот. Вот, даже с разборочки, с гольфа 4, 1,9 и все. Ну, да, его. Фух, короче, снова я ничего не снимал. Снизу, вот он, красавчик. Прикручен. Кронштейнчик прикручен. Сверху тоже там все прикручено. Да, стартер немного ржавенький. Да че, пофиг вообще. Фух. Короче, выползаем. О, надеюсь, что прокатило. Сорян, ребята, как всегда, снимать неудобно в ямах всяких, когда ты весь грязный. Я вообще в чистых шмотках, блин, туда лезу. Ну ничего не поделать, надо тачку спасать. Жене надо завтра на ней ехать. Сверху тоже фишку одел, массу перекрутил. Верхний болт есть, масса есть. Вроде бы я ничего не забыл. Значит, сейчас подкидываем акуму и пробуем запуск. Ну что, поставил свой старый. Прыгаю в тачку, пробую запуск. Оп, 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 блин. О, комп работает вообще прекрасно. Давай. Красота! Ёпта! Ну, а Валера говорил, лошара я, не стартер. Сразу сказал, стартер менять надо. Вдвойне приятно, когда как бы я говорил, надо менять стартер, и так и оказалось. Короче, уже в Сиате. Очень круто, что стартера были на месте, все окей. Короче, быстро поменял. Спасибо большое Паше Добушу за то, что он был со мной, помогал местами там где-то подержать что-то еще, потому что одному стартер в стоковой тачке снимать реально было геморно. Я когда все открутил, пытался его достать через низ, вечно упирается в какую-то проводку, в какие-то трубки, шланжики и так далее и тому подобное. Когда тачка уже свапнута, реально плюс есть в том, что ты убираешь оттуда лишнее. Реально убираешь лишнее, то, что тебе уже не пригодится, и прокладываешь это все так, как тебе было бы удобно. То есть в гольфе реально стартер поменять было бы в разы проще. Конечно, не считая того, что там, где подушка двигателя, там лапа. Ну, а так вот именно к стартеру, да, там допуск намного удобнее. А сейчас что? Сейчас выдвигаюсь разрисовывать машину для выписки из роддома. Поэтому я уже около Green City. Будем это делать на парковочке накрытой, в теплом месте и в сухом. Как-то так.